Приветствую всех на своем канале. Кто не подписался, подписываемся. С вами Елена Смирнова. И у меня сегодня такая вот игрушка. Здесь дают нам монеты. Ничего не надо делать. Просто ежедневно заходим и получаем монеты на свой, счет. Регистрация. Так вот она выглядит. Да, регистрация здесь очень простая. Нажимаете «Регистр». Выходит такая форма, вставляем username, email, повтор email, два раза пароль, ставим галочку, капчу надо будет разгадать, нажимаете регистр, вам на почту приходит письмо, подтверждаете письмо, заходите, авторизуйтесь и попадаете в такой кабинет. Значит, после регистрации вот попали в кабинет, вот здесь, значит, ваши вверху. Вот это ваши данные. Вот здесь сразу находится ваша партнерская ссылочка. И когда я зарегистрировалась, у меня было 11 монет. Пока я тут ползала, лазила, все смотрела, у меня стало 21 монета. Вывод от 250 монет минимум. Набрали 250 монет вот этих Games... Games Coin называется. Поставили на вывод. Вывод на кошелек. Сейчас скажу, какой кошелек. Вавис. Вот такой вот кошелек. У меня сессия вышла. Вот такой вот кошелек. Кошелек называется Вавис. Вот. Далее, что я еще здесь сделала? Здесь, в принципе, ничего больше не... Ничего не надо. Ежедневно просто заходим, получаем монеты. Возможно, нужно, чтобы было активно окно, что ли, и обновлять, что немножечко добавляется монеток. Ну, ежедневно вот сейчас было, только зарегистрировалось 11, уже 21 монета. Значит, я здесь что... Нажала вот на профиль. Я нажала. И что мне я здесь сделала? Я здесь вписала... Я вписала имя, фамилию, дату рождения... Россию, гражданство, страну выбрала, вписала Twitter и Telegram. Капча и нажала на вкладочку розовую. Больше я ничего такого не делала. Сейчас еще заглянем в другую вкладочку. Так, еще вот это транзакции деталис и депозит. Ну, это нам не надо. Все, заходим. Я что сюда зашла? У меня вышел мой стоящий спонсор. Он постоянно выводит по 250 монеток, чуть больше. Это 250 монеток, это, может чуть-чуть только больше. Это 30 центов где-то. Ну, а с этого кошелька... Можно уже там внутри кошелька обменять на рубли, на доллары, на что хотите. Я думаю, можно и посидеть. Наше вкладывать ничего не надо, все без вложений. На этом я буду заканчивать. Кому интересно, пожалуйста, присоединяемся. Ссылочку оставлю под видео. Не забываем подписываться. Пока-пока.